Участники третьего заезда подают лошадей на старт. Дан старт третьему заезду. Со старта лошади идут плотной группой. Сдаю перфект. Первая четверть пройдена в 36 секунд. Здесь идет Броско, рядом Гусар. Вторая четверть пройдена за 37 секунд. Боксер ведет Броско. За второе место бег в борьбе ведут Перфект и Гусар. Третья четверть пройдена за 36 секунд. Лошади плотной группы проходят в последний поворот и выходят на финишную прямую. Да, вот это действительно уже начинается серьезная борьба. Итак, решающая финишная прямая. Петля идет Броско, рядом Перфект.